Нет. Я не активный пользователь, честное слово. Как-то это мимо меня прошло. У меня нет ни в одной соцсети. Вот. У меня есть интернет, как бы у меня есть сайт, не мой, не официальный, достаточно подробный, информативный. Поэтому, к сожалению, я не знаю, что мне такого сказать умного. Будучи шапошно знакомой с... Северный полюс. Вы были там у себя? Нет, как полярник, ну, путешественник. Да. Почему? Потому что это самый доступный способ просмотра фильмов. Российское кино. Почему? Потому что наша страна настолько многонациональна. Поэтому я думаю, что правильно все-таки, если мы будем говорить о российском кино. Мы тщеславные актеры. Если кто-то скажет нет, он вас обманул. Стальной зажим и паника. Картина «Змеиный источник», которая была снята за 28 дней. На пленку, которой было несколько бобин кодека, очень мало. Прекрасный Сергей Астахов, оператор. И дебютант, режиссер Николай Лебедев. Мы сняли фильм с одного дубля. Каждый кадр, у нас был только один дубль, не было пленки. Мы бесконечно репетировали, с одного дубля снимали. Не было права на ошибку ни у кого. Директор картины Сосланд приходил утром и говорил: «Осталось 200 метров». Перед обедом: «Осталось 100 метров». Перед окончанием съемочного дня: «Осталось 2 метра». В этом напряжении вот так вот снимали, ну сняли за 28 дней. Классный фильм, мне нравится, жанровое кино «Змеиный источник». Кастинг. Так, ты что, роль в кармане, уже утвердили. А, все нормально. Конечно, кастинг. Когда нас выбирают. Но иногда кастинг, пробы бывают намного сильнее, чем потом результат именно в кадре, когда ты уже снимаешься, работаешь. Невозможно. Адреналин... Я очень люблю кастинги, тем не менее, потому что часто предлагают роли без проб. Ну, нужна фамилия в титрах, например. А я не могу так, потому что мне нужно увидеть партнера и договориться с ним до команды «Мотор». И мне необходим подготовительный период. Может, потому что я театральная актриса, и мне так как-то... Я не могу. Мне нужно на берегу договориться, а потом уже плыть.
А иначе? Тогда вот если не было проб кастинга, тогда очень стрёмно входить в фильм. Тогда страшно, действительно, первый съемочный день. Я только так и соглашаюсь по творческим мотивам. К счастью, финансовая сторона вопроса – это номер два для меня. Не осуждаю артистов, которые работают за трудодни, потому что многие кормят семьи. И зажмурившись, они снимаются в разной продукции. Для меня первостепенная роль – история, может быть, режиссер, партнер, творческий мотив. А потом уже все остальное. Дуся Гусева, кошка. Но с ней я не снималась, но с животными приходилось работать, да. Нет. Нет. Мы работаем на имя, иногда имя работает на нас. Вот это тот самый случай, когда на имени можно хорошо заработать. Надо будет отвечать потом, если ты рекламируешь. Надо быть очень осторожным. Например, много печальных случаев, когда артисты рекламировали какие-то банки. Я не хочу называть фамилию, но был такой замечательный артист, который рекламировал банк, и все бабушки из его подъезда вложили туда гробовые вот эти похоронные деньги, которые под подушкой прятали, а потом их лишились. И это огромная ответственность, нужна очень тщательно выбирать, что ты рекламируешь. Я была, например, лицом Кэна, мне не было стыдно. Не войдет, очень длинно. Нет, угу. Очень хорошо. Так.